Всем привет! Мастерская у меня уже готова, но инструмента не так много. И пока что нет тисков, а это один из важных помощников каждой мастерской. Ну что ж, пора и тиски себе установить. Друзья мне подарили вот такую пару стальных ржавых тисков. Сейчас именно их я буду оживлять и дам им вторую жизнь. Приятного просмотра, наслаждайтесь! Тисочки средние, больших пока у меня нет, но для начала и такие пригодятся. Начну я с того, что полностью разберу инструмент, чтобы очистить его от ржавчины. Дело очень непростое, все детали закисли, а болты так вообще намертво вкрутились в металл, даже ВД-шка не помогает. Как только не старался, выкрутить все болты у меня не получилось. Продолжаем разбирать тиски. Болт на губках также отказался откручиваться, видимо, за несколько десятилетий ему уж там очень понравилось, придется использовать тяжелую артиллерию.
Вот из каких деталей состоят тиски. На заднем фоне тисочки поменьше. С их разбором проблем никаких нет. Они всего из двух деталей, там все просто. А с тисками побольше есть над чем поиграться. Итак, удалять ржавчину мы будем преобразователями ржавчины. Почему они разные? Потому что не было двух бутылок одинаковых в магазине. И димексидом. Посмотрим, что же будет из этой груды металла. Я еще добавил ключиков обычных и посмотрим. Замачивать я это все дело буду, я не знаю, надолго. Надолго это точно. На пару часов это минимум. О, у нас другого цвета он немножко. Ничего страшного. На пару часов минимум, а то и на до вечера. И значит добавляю наш димексидик. Так, вижу, что уже какая-то реакция пошла. Так, бутылочку. Как-то подкину, наверное. Реакция уже пошла и посмотрим. Посмотрим, что это будет. Фу, вонь уже. Воняет очень сильно. Помимо предыдущего раствора я еще дал полежать несколько дней в туалетном утенке, разбавленном с водой, чтобы туалетный утенок у нас убил ржавчину. После отстаивания в недельном растворе туалетного утенка вот какой вид приобрел наш конструктор. Неделя — это же, конечно, много, вполне хватит и нескольких часов. Чистить все это добро я буду вот такой вот шлиф-насадкой, на которую у меня ранее был обзор. Так как у меня есть пескоструйный пистолет, а шлиф-насадка не везде может очистить, то работу по очистке закончу пескоструем, так будет лучше. Вот какой вид приобрели детали после очистки. Теперь нужно разобраться с сорванными болтами. Экстракторы в этом деле нам не помогут, я уже проверил, так что буду нарезать новую резьбу. Нарезать буду резьбу М5 и М3. Back to the lab. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We should have something for you.
На одной из губок оборвался болт, который я пытался выкрутить экстрактором, который также благополучно сломался. И я пришел к выводу, что экстракторы может и хорошая штука, но не для таких закисших болтов, так как им мало что уже поможет. Легче высверлить ножку болта и нарезать резьбу по новой, что я и сделал. Вот таким красавцам мне удалось дать вторую жизнь. С тисками поменьше, еще пришлось сделать пару манипуляций с болтами, которые держат губки. Так как посадочное место под болты было разбито, то я сделал болгаркой выемку под гайку и длинным болтом прижал губку. Другого надежного и быстрого способа я не нашел, а резьбу нарезать я не хотел. Если видео вам понравилось, жду от вас лайка, а может даже и подписку. Дальше будет еще много интересного и полезного. Спасибо за просмотр и пока!